Всем привет, друзья! Перед началом просмотра прошу подписаться на наш канал. Влад Сташевский впервые за 20 лет встретился с сыном. После того, как первый брак певца распался, он перестал видеться с наследником. Спустя много лет Влад предложил сыну Даниилу попробовать возобновить общение. И недавно долгожданная встреча состоялась. Почти 20 лет Сташевский не общался со своим сыном Даниилом. Наследника артисту подарила первая жена Ольга. Отношения пары продлились недолго, а после расставания Влад перестал принимать участие в воспитании ребенка и даже ни разу с ним не виделся. Во время съемок в проекте «Суперстар» на НТВ Сташевский признался, что потеря связи с сыном его угнетает. И публично обратился к Даниилу: «Я буду рад увидеться. Давай как-нибудь состыкуемся, найдемся. Уже пора, уже можно. Ты уже взрослый». Стархит связался с бывшей женой музыканта Ольгой, чтобы узнать, последовали ли за громкими словами какие-то действия. И как оказалось, долгожданное воссоединение папы и сына недавно состоялось. Сын познакомился с нынешней женой Влада и со своим сводным братом. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить свежие новости.